какие ковалки. Михаил, доброе утро. Доброе утро. Утро вижу хорошее. Замечательно. Уклев, улов хороший. Расскажите, на что клевали, где ловили? Савельево один ловил, на спортзоне. Спортзона. Сегодня у нас 23 на 24, да, на сутки ловил. Да, улов прекрасный. Карпик, вижу как раз вчерашнего заброса, да, то есть начал клевать, я так понимаю, сразу, да? Не, ну, вечером два я только поймал, ночью не клевал. Ночью, и под утро, да? И утром начал, это за 4 часа. Да, ну я ночь кормил? Килограмм 60, наверное, 70 есть. Да. Я, правда, ночь кормил, он утром как стал на точку. Понятно. И вот за 4 часа на одну удочку. На что поймали? На что брал? Кукуруза, опарыш. Все вместе или отдельно? Вместе. Опарыш, бутерброд, один опарик, кукурузка, гиповал там разными. Клюет замечательно. Клюет как из пулемета. Бойкая вообще. Навеска шикарная. Супер. Навеска, да, но вот эти вот сверху я вижу такие килограммов по 3, наверное, они точно есть. Да, там есть и тоже еще такие. Вот такие. Сазаны какие. Понятненько. Форельку расскажите, на что брали, форель, на что ловили? Резина на поплавочку стоячая. Вот. Резина трунзон зеленая. Все. Настоящий. Понятно. Скажи, трунзон с утра начала брать? Да, форель. Да. С утра по рассвету и после запуска. И после запуска. Люди еще полавливают. Да, люди еще ловят на спортзоне форельку. Понятно, Михаил, хороший улов. Да. Удачи вам, приезжайте еще. Спасибо.